Город Караганда, перекресток улиц Ленина и Китайская, ныне называется Абая, переименована, и Жангозина. И я иду по улице Абая, который в советское время был Ленина. Но еще в прошлом году эта улица была Ленина. Я иду по той стороне, которая была старым городом. А на той стороне уже был новый город. Это было такое деление Караганды. И вот я иду по той стороне, по старогородской. То бишь я иду по старому городу. А там уже новый город. Через дорогу дома вот сталинские, с высокими потолками. Не совсем тут высокие. Наверное, это уже после Сталина. Ну, крыша такая зато. Металлочерепицы покрыли. Раньше был шифер. Абая 30 написано. Кондитерская Трюфель. Весна на улице Абая, которая была еще год назад. Улица Ленина. Вот это место я помню снимал 4 года назад, но нету. Нет. О, вот тут, вот через дорогу, вот помещение внизу, да, на первом этаже, это и был старый город, кафе «Старый город» был. Абая 28, перекресток с улицей, это театральная должна быть улица, улица театральная, перекресток, и на этом я этот видеоролик завершаю, вот там тоже театр виден, дойдем. Thank you.